Я расскажу сейчас, что происходит с клапанами сердца при вдохе. Вот здесь справа показано давление в легких в зависимости от времени начала вдоха. В середине вдоха давление максимальное и отрицательное, то есть разрежение. Поэтому каналу низкого давления венозная кровь втягивается в легкие. При этом трехстворчатый клапан открыт, и открыт клапан легочного ствола. В отличие от правой части сердца, митральный клапан и клапан аорты, они во время вдоха закрыты, потому что давление в легких меньше атмосферного, и кровь в аорте давит на клапан аорты, и он закрывается. То есть при вдохе качается только синяя кровь с малым содержанием заряда эритроцитов. Теперь я переключусь на выдох. При выдохе, когда диафрагма поднимается и давит на легкие снизу, в легких давление выше атмосферного. Воздух выходит через рот и нос. А вот при выдохе через сердце движется только красная с заряженными эритроцитами кровь. Под давлением входит вот в этот сосуд, который идет от легких. Открывается митральный клапан под этим давлением. И дальше в течение 8 ударов сердца, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, каждую секунду срабатывает вот эта мышца миокарда и качает, перекачивает набранную в левый желудочек кровь в сторону аорты через открытый клапан аорты. То есть при выдохе через сердце проходит только красная кровь. Синяя кровь не идет при выдохе, потому что эти клапана и клапан легочного ствола, и трехстворчатый клапан, они закрыты. Потому что давление, вот это давление показано черной стрелкой в легких, выше, чем давление в этой части сердца. Поэтому этот клапан закрыт, и правый желудочек не перекачивает кровь. Вот так происходит вместе с дыханием и кровообращением. Всего вам доброго. Разберитесь, пожалуйста.